Метричную игральную кость бросили 3 раза. Известно, что в сумме выпало 6 очков. Какова вероятность события, хотя бы раз выпало 3 очка? Здорово, бро, как ты видишь, я снова готовлюсь к ЕГЭ, но сегодня у нас день плеч. И я покажу вам самые мои любимые упражнения, как, чтобы качать плечи. Let's go. Итак, бро, мы двигаемся в зал. Забрал новые шорты с Wildberries только что. У меня будут новые шорты, потому что прошлые шорты у меня украли какие-то мерзавцы. А еще я помог бабушке, короче, пакеты донести. Там у Wildberries. И она мне какую-то штуку дала, я вам в зале покажу. Типа какое-то украшение. Ладно, на самом деле, бро, это новый дроп у Гриши, моего знакомого. По-моему, промокодику ты сможешь заказать от Бихилит дешевле. Сейчас я покажу, короче, парочку упражнений, которые можно делать со своим весом на плечи, чтобы были большие вот такие вот плечи. Поехали. Первое упражнение, бро. Армейские отжимания. Значит, ручки чуть-чуть шире, чем плечи. Жопу вверх. И начинаем отжиматься не вниз, а немного вперед. Плечи крутились. Опа. Значит, следующее упражнение, которое можно делать на плечи, которое больше направлено на переднюю дельту, это вот такие вот приколы. Можешь делать их на полу, можешь делать на параллельцах, на брусьях, где удобнее. Что делаем? Во-первых, выжались, округлились и к себе, и чутка вот сюда уводите обратно. Выводите, опускаем. Выводите, опускаем. И так по 4 подходика. Максимум повторений делаем, короче, бро. Бро, следующее упражнение. Нам понадобится брусья, бро. И что делать? Мы берёмся вот, лопатки не сводим, берёмся вообще на пальчики и начинаем перейти. Повторяй за нами, бро. Телеграм-канал Дневник Спортсмена, подписывайтесь, пожалуйста. На самом деле, меня сейчас тошнит после вкусняшки. Бро, пьем вкусняшку. Ой, перед тренировкой. Бро, может, эксклюзивное мнение насчет претрена? А, да и нет, вообще не надо, нахуй. Претрен самое последнее, что надо брать. Must have это какой-нибудь креатин. А где самый лучший креатин, вообще витамины, бро, спортивные добавки? Блять, как же я соболезную монтажёру. Мне тяжело. Блять, смотри, что я сделал. Ебать. Ебать, ты будто в клипе, бро. Я как люблю, детка, да я фэш. Обзор на девушку, смотрите. Короче, следующее упражнение. Давай, скользко, сука, переспать. Короче, бро, вообще отличный свет, типа я, ну, реальный Бэтмен. В общем, пришел я домой после тренировочки плеч, но у меня очень болит спина. После каждой тренировки у меня болит спина. Опять же, напоминаю, что у меня дикие проблемы со спиной. А еще смотрите, что на мне, что...
Бро, ссылочка на эту футболочку просто. В общем, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Много лайков, много лайков, много видео.